о связи все-таки объединяют с российской командой. Вот сейчас ошибку допускает и наша сборная, и мяч в сетке ворот. Ну, надо же такому случиться. Кенийцы подарили гол нам, а мы ответили им любезностью. Причем это Дмитрий Баринов сделал такую неаккуратную передачу, после которой вроде бы Илья Помазун еще пытался спасти ворота нашей команды. И даже вроде бы ему удалось заблокировать первое касание. Но дальше, посмотрите, что происходит. Ну как же так? Под давлением, понятно, под давлением. Здесь Дмитрий Баринов, может быть, дело не в его вине.